Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси, и сегодня я хочу рассказать вам об очень интересном рецепте, который помогает отбить аппетит. У меня часто бывает, что я весь день правильно питаюсь, но вечером начинается страшное желание съесть чего-то мучного и сладкого. Что я делаю в таком случае? Я готовлю себе сладкие лепешки из отрубей, но без сахара. Прежде всего мы берем... Кладем в мисочку 4-5 столовых ложек отрубей. Добавляем туда 1,5-2 столовые ложки муки без горки. Это чисто для связки, потому что тесто из одних отрубей будет не очень вязкое. Затем наливаю туда воду, и в эту воду я растворяю заменитель сахара. Если вы против заменителей сахара, то покупайте в аптеке стевию. Она натуральная, безопасная и натуральный здоровый продукт. И теперь я добавлю сюда воду, замешу это тесто и покажу вам, что у нас получилось. Посмотрите, какой отрубной колобок у нас получился. Довольно плотное тесто, оно вязкое. Мы его делим на несколько частей и раскатываем небольшие тоненькие лепешечки. А затем их можно подровнять, чтобы было красивее, с помощью какой-нибудь кружки. И вот такие у нас тоненькие лепешечки получились. Они состоят практически из одних отрубей. Муки здесь совершенно мало, и вряд ли она усвоится, потому что отруби не дают ей усвоиться. Что я делаю далее? Затем я беру сковороду с антипригарным покрытием и жарю эти лепешечки на этой сковороде без капли масла, никакого масла. Просто они там подсушиваются с одной и с другой стороны. Они готовятся на среднем огне и довольно быстро, буквально там за 2 минутки. И становятся даже чуть-чуть хрустящими. Итак, я сейчас отправлю их готовиться и покажу вам, что у нас получилось. И вот посмотрите, какие отрубные лепешечки у нас получились. Они довольно хрустящие, они сладкие за счет заменителя сахара, довольно приятного вкуса. Их хорошо есть, например, с обезжиренным творогом, а можно и просто так съесть. Они очень хорошо отбивают аппетит, потому что пока прожуешь эту лепешку, уже и есть перехочется, поверьте мне. Но есть одно но, это очень важно. Если у вас какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, отруби есть нельзя, только по разрешению врача. Если вы никогда не ели отруби и только-только начинаете их вводить в рацион, то тоже в таких количествах их есть нельзя. Это надо делать постепенно и очень медленно. Отруби это очень полезный, но очень грубый продукт, поэтому с этим нужно быть очень осторожными. Употребляю отруби с детства, потому что я росла в семье, в которой все женщины очень полные. У нас неправильно питались, у нас все плавало в жиру, все было жареное, жирное и очень вкусное, особенно у моей бабушки. Поэтому уже с детства я начала питаться отрубями и заметила эффект. И эффект действительно от них будет, потому что они не просто отбивают аппетит, они... не дают усваиваться части нашей пищи, которую мы съели. То есть эта пища выходит и не усваивается организмом. Вот за что я их и люблю. Вот и все, дорогие мои. С вами был YouTube-канал Тутси. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, заглядывайте ссылки в описании и смотрите мой прикрепленный комментарий. Там все мои плейлисты с моего канала, потому что я снимаю видео на тему... диеты, лайфхаки и путешествия. Будет очень много интересного. До свидания, удачи всем!